Тверской области развернута масштабная кампания по приведению в порядок улиц, проспектов и шоссе. На некоторых объектах уже прошла приемка, на других еще работает техника. Подробнее о том, где в столице Верхней Волжи станет лучше асфальт к концу теплого времени года, расскажет наш корреспондент. Ремонтные работы ведутся во всех районах Твери. Всего в 2023 году в планах благоустроить 20 улиц областного центра. Кроме того, вместе с дорогами ремонтируют и тротуары, устанавливают уличное освещение и умные светофоры. Сразу несколько объектов приводят в порядок в Пролетарском районе. Работы велись и на улице Маршала Конева. Речь идет об участке от улицы Первой Республиканской до улицы Бориса Полевого. Здесь выполнено фрезерование, укладка выравнивающего слоя и асфальтобетонного покрытия. Даже нанесена разметка. Нужно отметить, что объект был отремонтирован с опережением графика. На следующий год здесь запланировано уложить еще и новый тротуар. Рабочая комиссия на Маршала Конева уже проведена в июле этого года. Проверялось выполнение требований выполненных работ по нормативно-техническим документам, а также проектной документации. Сейчас в процессе еще несколько объектов в разных районах Твери. В случае выявления несоответствия нормативным требованиям и проектной документации подрядчик установленные сроки будет обязан устранить данные дефекты. По итогам устранения данных дефектов будет назначено проведение межведомственной комиссии с участием Министерства по обеспечению контрольных функций, Дирекции территориального дорожного фонда, представители строительного контроля, Департамента дорожного хозяйства, а также представители общественности. В свою очередь, межведомственная комиссия контролирует последний завершающий этап дорожных работ. В конце июля такая проверка уже прошла в Заволжском районе Твери на улице 2 Красина. На участке улицы Цветочной эта дорога ведет в микрорайон Радужный. Она востребована у местных жителей. Организована межведомственная комиссия по приемке объекта ремонта, проезд от улицы 2 Красина до микрорайона Радужный, включая улицу Цветочную. Комиссией проверяются исправления подрядчиком выданных ранее замечаний. Также смотрится объект в целом. Скоро подобная финальная проверка состоится и на улицах 2 Грибоедова, а также Маршала Конева и Односторонняя. Кроме того, работы велись и на улицах Коминтерна и Макарова. На них также уложен новый асфальт, но пока еще не нанесена разметка. Всего в 2023 году в планах благоустроить в Твери 25 километров городских дорог. А в целом по области планируют уложить около 830 километров нового асфальта. Некоторые объекты ремонтируются с опережением графика. Ряд объектов благоустраивают в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», отмечает глава региона Игорь Руденя. Реализация национального проекта позволила нам существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети. В первую очередь приводим в порядок магистрали, важные для роста экономики, решения задач в социальной сфере, повышения темпа развития Тверской области. Так, с 2019 по 2024 год на территории областного центра планируют провести ремонт более 265 километров дорог. А в Тверской области объемы дорожных работ растут с каждым годом. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров дорог, то в 2022 было уложено 609 километров дорог разного значения. А в этом году объем работ увеличился еще на треть.